На предварительное слушание прибыли 4 бывших чиновника, которых следствие считает причастными к Подъельской трагедии. Экс-руководитель администрации Карткаровского района Николая Ливсона обвиняет по статье «Нарушение правил пожарной безопасности». 2 бывших директоров госучреждения «Центр обслуживания населения» Татьяну Шевелеву и Татьяну Колданову в превышении должностных полномочий. Экс-руководителя агентства Коми по социальному развитию Константина Сажина по статье «Халатность». Сегодня заседание в Карткаровском суде было закрытым для прессы. Пока еще решается вопрос. Первое заседание длилось недолго. Помощник судьи Наталья Фролова рассказала журналистам, слушание пришлось перенести. Оказалось, не все родственники погибших знали о дате начала процесса. В связи с отсутствием сведений об извещении всех потерпевших по данному уголовному делу, а также в связи с удовлетворением ходатайства вступившего на данной стадии защитника по делу, об ознакомлении с материалами дела предварительное судебное заседание отложено на 6 февраля 2012 года с 10 часов. Одна из обвиняемых, Татьяна Колданова, заменила адвоката. Ее новый защитник и попросил время, чтобы ознакомиться с материалами дела. Слушание назначили на 6 февраля. Константин Куратов, Елена Шумилова, Кирилл Шучалин, телеканал «Юрган», Карткаровский район.